Добрый день, меня зовут Павел Грязанов, я директор по маркетингу компании Cornetsoft. 8 октября я буду во Львове и буду рассказывать вам о продвижении программного продукта на западный рынок и о первых шагах. В своем докладе я хочу рассказать о том, как мы продвигали свою систему по прокату товаров на западный рынок. В принципе, мы стартовали с $500 проекта и выросли до порядка 80 проектов, которые мы поставили во многие страны мира. Это будет доклад не о SEO, это будет доклад не о социальных сетях, это будет доклад о действительно практических вещах, которые мы использовали при продвижении своего программного продукта. Это будет своего рода определенный план, который все разработчики программного обеспечения могут использовать для того, чтобы действительно сформировать своеобразный чек-лист, что нужно сделать для того, чтобы эффективно продвигать продукт на Запад. Приглашаю всех на поток интернет-бизнес, стартапы. Увидимся в Львове. Спасибо.